Неожиданный финал индийской выставки. На прошлой неделе гости из Индии активно приглашали чебоксарцев познакомиться со своими экзотическими экспонатами и даже предлагали приобрести понравившиеся товары. Но, как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФМС Чувашии, торговля была незаконной. В итоге более 40 граждан Индии оказались задержаны. Всего составлено около 50 протоколов. Семеро иностранных граждан находятся в спецприемнике, остальных отпустили. По сведениям РИА Новости, 41 нарушитель оштрафован на 2000 рублей. Пятерых из оштрафованных ожидает принудительное выдворение с территории России. Еще 34 обязаны сами покинуть пределы страны. Временно исполняющий обязанности главы Минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин сообщил, что министерство окажет поддержку пострадавшим от этой ситуации.